Земля – наш общий дом. На протяжении тысячелетий мы обустраивали его. Мы смогли построить много комфортабельных городов, победили большинство смертельных болезней. Мы смогли полететь в космос. Но при этом мы часто разрушали себя. Различные расы, национальности, религиозные группы становились жертвами жестоких расправ. Насилие оставляло шрамы в памяти семей и поколений. Это знание объединяет нас и помогает вместе искать пути к исцелению. Thank you.
Lịch mua nên mình ấy bố ăn ăn đi phô mai cũng lẹ lẹ lấy dùng cho lẹ chăm muốn đi ra cái phan cho tốt. Sông buông xuống đó ba đầm mây nay vật thọ xạ sật chuối sông cua nơi vị nhiên tục ruồi ở sông khấm nâng tọ slot phây khai chân pi lục dây nâng mặt đài đã bỏ niên khổng phong pi pru tăng tay pi niên khổng cát mộc đâng cả đầy niên khổng khơi tay phiệp kìm cọng
នៅក្នុងក្រសែភ្នែកពួកគាត់ហើយនាងខ្ញុំពុំដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេដូចនេះសូមព្រះអង្គជួយដោះទុក្ខនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ផងសូមព្រះអង្គជួយសរស្អាតណាស់តើធ្វើម៉េចខ្ញុំបានស្អាតដូចជាអ្នកទេពអប្សរទៅទេពអប្សរមានដៃល្វត់ល្វន់ទន់ដូចជាការរាំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មានដៃទន់ខ្លួនល្វត់ល្វន់ស្អាតដូចទេពអប្សរហើយអាចរាំបានស្អាតរូបរាងស្អាតដូចជាទេពអប្សរណាស់បានឃើញនាងមកលេងក្នុងឈុតប្រមាណឆ្នាំមកហើយមកហើយដឹងពីអ្វីនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងនៅក្នុង
ញុំពីត្រូវចូលទៅក្នុងរូបនេះទៅក្នុងដើម្បីរួមដល់ដើម្បីរួមដល់ជាលោកГоды правления режима красных хмеров была уничтожена четверть населения Камбоджи. Погибли люди из всех областей знания и науки, а также их семьи и родственники. Были убиты тысячи буддийских монахов, а многие храмы были разрушены. Музыка и танцы были запрещены, а школы были закрыты. На создание фильма нас вдохновила подлинная история женщины по имени Равин Карет Коксон. Когда режим красных хмеров рухнул, после 22 лет изгнания Равин вернулась в Камбоджу. Там она стала помогать людям восстанавливать утерянные ремесла и традиции. В 2007 году Равин создала деревенскую школу классического кхмерского балета.
Школа дала возможность детям из отдаленных провинций в районе храма Бантейсрей сохранить и продолжить традицию этого древнего искусства. В школе Равин ввела преподавание медитации и молитвы, обращая внимание на изначально сакральное значение танца. Сегодня эти священные танцевальные ритуалы практикуются уже более чем в 30 храмах Ангкора.